Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вам осеннюю окулировку глазком на черенок шиповника. То есть вот эта роза, вот это черенок шиповника. Вот это он начал немножко укореняться. Вот так вот. Немножко. Потому что прошло менее 2 недель, это последняя закладка, закладывал уже в 20-х числах сентября. Вот, через 2 недельки практически, да, там даже меньше, прижился уже глазок. Вот он уже готов, да. Вот, теперь мы чистим, обрабатываем и складываем. То есть это готовая розочка на следующий сезон. Вот, пожалуйста. То есть сейчас можно делать еще одну окулировку. Уже все-таки на улице у нас октябрь. Лучшее время, бабье лето. И прекрасно будет приживаться октябрьская окулировочка. Конечно, для многих это дико звучит. Но зачем прекращать размножать розы, если их можно размножать фактически без перерыва? Всего доброго!